Мсье, баронесса Дюдеван. Баронесса Дюдеван? Я с ней не знаком. Что ж, пусть войдет. Это первый случай, когда я воспользовалась своим титулом. Это неслыханно, мадам. Мне нужна одна минута вашего времени, потом я уйду. Хорошо. Даю вам только одну минуту. Я уезжаю. Я уезжаю из Парижа. Вам кажется, что я постоянно преследую вас. Я люблю вас. Я совсем не знаю вас. Я совсем вас не знаю, но я знаю, что вы великий человек. Ваши руки заставляют говорить инструмент языком Бога, и мне хотелось бы изучить этот язык. Но вы избегаете меня. Все очень запутано. Так всегда бывает в отношениях двух людей. Это очень огорчает меня, потому что я не могу понять, почему... Прошу вас, прекратите. Я знаю, в чем вы нуждаетесь. У вас дети, похороны матери. Вот, возьмите и откажитесь от пари. От какого пари? Я знаю, вы поспорили, что я буду... Что вы соблазните меня. Это гнусная ложь. Кто вам сказал об этом? Мари? У меня нет причин не доверять ей. Я написала письмо и попросила ее передать его вам. Она поставила под ним свою подпись. Это было не ее письмо. Я прошу, уходите. Не волнуйтесь, я уйду. Она права, мы не подходим друг другу. Во мне нет столько достоинств и благородных качеств, но я люблю того, кто всем этим обладает. Люблю страстно, люблю честно, люблю верно.